Привет, любители посмотреть нестабилизированное видео. Ну ничего, я попробую в этот раз поменьше трясти руками. Вот. Хотя они трясутся все равно, как наркоман, не суть. Значит, я обещал мотоцикл Racer Nitro 200. Сейчас вы можете заметить, что идет дымок. Я только что подумал, что я мотор поджарил. Но нет, это всего лишь масло, которое я только что менял, который испаряется с глушителя. В общем, суть в другом. Начну с масла. Вот, ездил я, значит, это мой первый нормальный мотоцикл, да? До этого я ездил на этот самый сезон один, я ездил на Yamaha SRX400 в аренду брал за городом. На ней ездил нормально. Как бы, ну, этот я взял, и как-то у меня тяжко было с переключением, то есть что-то он так подергивался немножко, иногда сильно, но как бы я думал, это из-за того, что я лох. Нет, это не из-за того, что я лох, это из-за масла. Значит, сменил я масло, все стало плавно, идеально вообще. Работать стал, конечно, мягче, вот. В общем, суть в том, что меняйте масло по-хорошему как можно быстрее. Я его вот сменил на 50 километрах. А, что еще сказать? Цепь буду мазать где-то на 300 километрах. И ее это, как сказать-то, 1,5 сантиметра должен быть ход. 2 тире. Вот я что-то не пойму. Это, по-моему, больше, чем 2. Или это 2. Ладно. Может, ее надо подтянуть. По посадке. Блин, руки у меня слезли с пачками. Посадка тут вообще по кайфу. То есть, вот, когда едете, да, ноги четко у бака, то есть сказать-то в углублениях, да, специальных, удобно очень ехать, как на нормальном мотике, а не на альфе ебаной. Вот. Ну, короче, с технического плана, то, что тут есть подсос, хуесос, блять, краники, хуяники, дальний свет, это вы все знаете, я надеюсь. Значит, тормоз барабанный многих смущает. Посмотрите вот на этот диск. Что я буду тормозить этим дисковым? Что я буду тормозить этим барабаном? В обычном потоке, не при экстренных ситуациях, это одна и та же херня. Протянут мотоцикл с момента покупки был неплохо. Везде все так подкручено, закручено. Единственное, вот эту же штучку я сейчас докрутил, потому что она как-то болталась странно. Еще я сегодня в паблике одном ВКонтакте вычитал то, что там что-то с ней у кого-то произошло. Ну, короче, подкрутил только ее пока что. Больше ничего подкручивать не пришлось. Нож, как кто-то говорит, центральная там хуево прикручена. Не знаю, по-моему, нормально. Значит, задний амортизатор тут это... Вот это не пластик, который, блядь, не знаю, кажется издалека поломанным. Это называется регулируемая задняя подвеска. Вот. Сейчас, как я понимаю, она стоит то ли в самом мягком, то ли в самом жестком. Мне лично по барабану, меня все устраивает. Сейчас по управляемости, по мягкости мотоцикл отличный. Фу, так. Заднее колесо смотрится не убого, как у китайских мотоциклов. Нормальная ширина, короче. Нормально в повороты ложится. Не знаю, что вот это за хуйня, если честно. Пристегивать его к ней? Да я, блядь, вот так кулаком возьму ее, она улетит. Шлем на нее, блин, я смысла не вижу. Под сиденьем, что у нас под сиденьем? Вы, конечно же, ожидаете найти там какой-нибудь наборчик инструментов. И ящичек. Да. Хуй там плавал, блядь. Вот что у нас, блядь, под сиденьем. Куда ты положишь свои, блядь, не знаю, телефоны, инструменты, ПТС-ку?
Нету тут ничего, видите? Все. На этом все заканчивается. Воздушный фильтр тут есть. И пара предохранителей. С этим самым. Ну, короче, по идее, это задний тормоз. А, это самое это. Сама сидушка отстегивается. Ну, тут тоже все закручено нормально, воздушный держится. Короче, если закрою, забуду, как страшный сон, потому что после скутера мне вот это вот лицезреть, то, что тут нету багажника, это очень тяжко, если честно, потому что тяжко. Холостой ход вообще шикарно сделан. Долго искал винтик. Ну, как долго? Минуты 4, да? Потом увидел, что он вон там, да? Я такой думаю, нихуя, как я там буду, это, блин, крутить-то его, да? Тут у меня идея такая появилась. А нахуя вот эта дырка, собственно? А эта дырка как раз для этого винтика. И длинной отверткой, да? Вы берете и спокойно настраиваете холостой ход. Значит, двигатель тут типа рейсеровский. На самом деле это Honda 90-х годов где-то. Что? Заводим. Чудо. Инженерные мысли китайцев. С внешностью Yamaha. Нейтралку что ли не встал? Твою мать. Пару секунд вы полежите. Полежали, отдохнули. Все, отдых закончен. Так. Значит. Кому-то не нравится банк. Как она может не нравиться, я не понимаю. Она же прекрасна. Вы посмотрите, это же Yamaha. Как она может кому-то не нравиться? Ну не нравится, привари себе длинную трубу, чтобы она вон до того дерева была. Мне лично все нравится, не знаю. Звук нормальный звук. Кто-то говорит, что опаздывает Тахоми. Сейчас сам лично буду смотреть. Да, опаздывает. Честно говоря, опаздывает где-то на полсекунды. Но когда ты едешь в потоке, ты смотришь на дорогу, а не на долбанный тахометр. Ну, на крайняк ты смотришь на спидометр. Тахометр тебя вообще не колышет. Когда ты едешь вот стабильной скоростью, ты на нее смотришь. И в этот момент он показывает то, что тебе нужно. Поэтому по поводу тахометра мне, в принципе, тоже вообще все нормально. С тахометром. Спидометр вроде не врет. Вот бензин я залился до 95-й. Одно деление, я смотрю, уже пропало. Отсвечивается. Короче. Делать ночью. Мне очень нравится то, что тут есть этот дальний свет. А на видео еще задержка идет, понятно. Ну, в общем, классно все. Дальний свет, я очень доволен. Неудобно сделана аварийка. Дело в том, что тут очень чувствительный клаксон. Видите, да? Видите? Когда ты тянешься, помигать с этой аварийкой, ты всегда задеваешь этот долбанный клаксон. И, блядь, водители тебя шугаются. Ну, это нормально, привыкнуть. Наверное. А может и не привыкнуть. Ну какая нахуй разница? Я привык. Хотя нет, я не привык. Нет, я привык к тому, что меня водители шугаются, а не к этой кнопке, которую я даже на месте стоя не могу, блин, включить. Меня убивает, если честно, габаритный огонь.
Кто его сюда всунул, я не знаю. Наверное, его видно, поэтому насрать. Вот тут сзади выглядит симпатично. Значит, по поводу масла, которое я сюда залил сейчас, это осталось у меня сыр без нирваны. Значит, оно называется Матюль, какой там, Скутер Эксперт, 10W40. Оно у нас типа для скутеров, но четырехтактное, полусинтетика, и, в общем, так как я сейчас, ну, езжу-то на обкатке, а не на пределе, хотя я сегодня пару раз дал напоследок на том масле убогом. Кстати, вот когда я давал немножко газа, да, сегодня ускорялся, динамик меня вообще поразил, потому что, ну, не знаю, блин, за несколько секунд я там уже ехал под 70, под 80. Ну, то есть с динамикой тут проблем вообще никаких нету. А затем я буду лить сюда Матюль 5100, вроде, 10W50. Это уже после где-то 350 километров. Хотя, на самом деле, по-хорошему надо было тоже полусинтетику взять до 1000. Ну, в общем, ладно. Еще из моментов, которые мне не нравятся, это вот, смотрите, видите, да, вот эти замочки, они не защищены ничем. И, ну, не знаю, при дожде может быть замкнут, может нет. Но есть тут пару мест, я думаю, может их заизолировать, потому что отсоединять там их не надо будет. А, пока я масло менял, сука, этот щуп, он настолько убогий, ты его вытаскиваешь вот так вот, так ты вытаскиваешь, он не вытаскивается, он длинный, потому что в итоге ты его вытаскиваешь, да, и масло на нем, чтобы посмотреть, какой уровень масла на нем, я не знаю, я его два раза вставлял. Потому что при первом разе, когда я его вытаскивал, у меня там все масло, оно просто обтерлось об стенки этой штучки. Ну. Горлышко, короче. И все. Значит, что еще? По поводу косяков завода. Тут, значит, на банке краска была содрана. И в этом месте краска облуплена была. И у нас вот тут, бля, где? А, вот. Его, то есть, долбанули, и не слабо так. Но на работе двигателя это никак не отражается. Ну, по логике, потому что это просто обогреватель, грубо говоря. Вот. Ну, так что все нормально. Значит, ход цепи я сейчас посмотрю. Мне очень интересно. Потому что... Ну, вот один сантиметр. Вот два, да? Ну, может, нормально, не знаю. В общем, цепь надо смазать будет тогда. Потому что, когда вы сидите на нем, вы не забывайте, цепь она тоже натягивается. Поэтому, наверное, нормально. Ну, все, короче, пока что на этом краткий обзор закончен. Ну да, все, конец, короче. А, насчет этих зеркал, короче. Ну, хорошо, что они стоят в этих местах, а не вот тут, как обычно, на некоторых китайцах стоят. Потому что я вот ездил с такими зеркалами, на них, кроме своего, кроме, не знаю, кроме своих прыщей на руках, ни черта не увидишь. Вот на этих зеркалах все вполне нормально видно. Ну, все, короче, тогда, ребят, кому надо, подпишитесь. Я это видео еще ВКонтакте выложу, там, в группу рейсеровскую. Надеюсь, кому-то, может быть, и поможет с выбором мотоцикла. Ручкой железной, если что. Все. Всем пока.